Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, я продолжаю выживать в Чернорусии. И вот я нашел аккумулятор, наконец-таки я его нашел. Теперь остается найти нам автомобиль. Аккумулятор, конечно, не самый лучший, damage, но надеюсь, он уже подойдет. Давайте попробуем, может починится. Смотрите, типа что-то починилось. Потратилось у нас 18%. Вот так вот он выглядит. А мука. Так, давайте попробуем взять его в руки сейчас. Так. Нам не нужен. В принципе, довольно-таки большой аккумулятор. Вот такие вот дела. Так, давайте попробуем его кинуть. Но это по-любому надо проверить. Эть. Вот и все. Был аккумулятор и нет аккумулятора. Блин. Че, я никуда не уеду, что ли? Может, куда-то подальше закинул, нет? Ё-моё. Вот такие вот чудеса, блин, происходят у нас в DayZ. И вот, что я обнаружил при свете луны. Смотрите на тень. Это то, что снимает нас. Ну-ка, от первого лица. О, от первого лица, видите? Рога. Он, смотрите. О, мое лицо. Я как ниндзя, детка. Уху. Смотрите, чук-чук. Меняется все. Чук-чук. Так, от первого лица. Ой, от третьего. Наша камера прямо над головой висит. Так, можно прям вытянуть. О, о как. Фига себе, я такого раньше не замечал. Типа дрон сзади такой. Управляет нашим телом. Круто, круто. Вот такие вот чудеса в решето, блин. Ура! Я его нашел. Вот куда улетел наш аккумулятор. Так, давайте его заберем. Потому что он нам еще пригодится. Так, вроде. Блин, что не влезает, да? В принципе. Сейчас. Это можно выкинуть. Это возьмем. И это вот сюда положим. Все. Живем. Так, что тут еще есть? Ну что, я думаю, на этом заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока.